эволюции не было динозавров. Не, почему были динозавры? Но мне кажется, что это... Я почему-то всегда представляю после Ноя, типа, был потоп же, Ноевский потоп. И, короче, не знаю, вымерли динозавры из-за этого. Хотя это не так. Каждой твари по паре же в ковчег зашло. Короче, я не знаю, вот просто вот какое имя у Бога? Иегова. Имя Бога Иегова. Я не знаю, как у вас. У многих это Иисус Бог. Когда Иисус всегда говорил, что я пришел от пославшего меня. Я пришел на эту землю от пославшего меня. Он никогда не говорил, что я Бог. Задумалась. Интересно, да. Нет, там... И вообще у меня вот на 24-й год я никогда Библию не читала, вот прям от корки до корку. Я вот хочу заняться этим, вот сесть и прям поизучать. Другой был климат, и все было больше, в том числе и животные. Для меня это не важно, для меня это не столь важно. Ну, как сказать... Вот, это, знаете, неверующие, да, Фомы, неверующая Фома так рассуждает. Вот, а как же теория взрыва, а как же эволюция, ты что? Ну, типа такое, люди, да никого я не собираюсь переубеждать, у каждого мнение свое. Я только за, если у вас другое мнение. Уважаю всех, но не буду никого переубеждать, это я чисто для себя. Виталий, привет, привет. Так людям всего пару миллионов лет, а динозавры 300 миллионов лет назад существовали. Версус, если для тебя это как-то важно, то есть у тебя как, не знаю, камень преткновения это перед Богом, то, ну, это твой путь. Не знаю. Хочешь — не верь, хочешь — верь. Не знаю, я в этом, вот в этом я мало что могу тебе сказать, ответить. Но в каждой нации по-разному. Да, в основном все в Иисуса Христа верят, что это Бог. Мы любим, не знаю, после этого чувства, как меняется. Ладно, давайте это. Динозавры — это скучно, не скучно, эмоции. Вот, да, Андрей, я тебя полностью поддерживаю. Я верю в макаронного монстра. Ты же моя рыбочка. Ты с какого города? Я из Астаны. Я с детства Иегове молился лет 20, наверное. А, лет до 20, наверное. Молодец. Не, я очень рада. Я очень вспоминаю, как... Я очень благодарна. Очень благодарна свидетелям, что на тот момент они приходили. Приходили и брошюры какие-то оставляли. Они ко мне приходили, я маленькая была, подростком, то есть не к моей маме там, да. И, то есть я открывала дверь, они мне там что-нибудь расскажут. Что у тебя в башке? Недоразумение. Выйди отсюда, пожалуйста. Ладно, музыку включаю. Что-то мы это пригорюнили. У нас тут в Германии вроде много свидетелей, брошюры остают. И то есть бесплатно они это делают. Никогда они не просили взамен. Я вот даже уже в зрелом возрасте, да, тоже когда изучала, то есть никогда от меня не просили ничего взамен там. Почему ты не все комментируешь? Потому что не все ТикТок пропускают, к сожалению. У нас в Калифорнии тоже ходят. Ну, это везде, везде. Написано в Библии, пока не будет. И знаете, мне тоже одно такое... Как объяснить? В Библии сказано, что 144 тысячи только попадут на землю, на небо. То есть это соправители Иисуса Христа. Правитель будет Иисус Христос в вечной жизни, вечной, на вечной земле. И 144 тысячи правителей. То есть это его ученики туда войдут,
Ну и все вот, кто духом помазан, да, помазанники так называемые. Так нет же, все хотят за Иисусом, все на небо. Но это у кого как, конечно, я не чувствую, что я на небо попаду. Я чувствую, что у меня земная надежда. То есть и в притчах, по-моему, это сказано, что земля, она, как там написано, земля не поколеблется вовек. То есть она будет на земле, ну, земля будет. Спасибо большое, Экос. Правильно, если? Экос. Спасибо. Кто это сказал? Так это в Библии сказано. А все почему-то я на небо за Иисусом. Так там даже не будет тел распознано, то есть не будет мужского, женского. Это будут как души просто, ангелы. Ладно, подумайте. Так, какую песню? Алиса, включи «Избранные». Я не помню такого из Библии. Плейлист с вашей любимой музыкой. Есть же сейчас такие эти? Есть же сейчас? Вы такая красивая. Рина, спасибо большое. А ты была на море? Конечно, я на море родилась. В смысле, во Владивостоке родилась. Там у нас море. Открытый океан. Оушен. Откройте, короче, есть Библия. Как они? Ну, в телефонах. Приложения всякие. Можно там, если есть у вас поиск, то можете там набрать там 144 тысячи. Короче, кому интересно, то ищет, тот всегда найдет. Пока пытаюсь толковать Библию, часто забывают. Пока пытаются толковать Библию, часто забывают о главном. Быть счастливым — это глупо. Да, да, да. Да, Андрей. Но я не против Библии. Бывают фанатики, знаете, до фанатизма прям. Вот этого, да. Нет.